Нежный аромат испанской туалетной воды, который мне понравился своим мандариновым ароматом, то есть который является основой, немножко яблоком. И, конечно, последней ноткой будет идти ваниль. Вот так мне лично показалось. Приятное, необычное, пусть и довольно-таки дорогое, в оформленном стандартно яблочном флаконе для марки Нина Ричи. Могу рекомендовать как нежный аромат для весны и раннего лета. Для зимы, ну, так себе. Спасибо вам за внимание. Да, и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки.